Основная симфоническая программа 16-го Московского пасхального фестиваля разворачивается теперь не в Москве, а в российских регионах, куда Мариинский оркестр во главе с Валерием Гергиевым отправился на специальном пасхальном поезде сразу после московского открытия фестиваля. Музыканты за 3 недели на специальном музыкальном поезде объедут больше 20 регионов. Во многих из них они уже побывали, в том числе и в Ульяновской области. Прославленный дирижер прямо на перроне вокзала дал для СМИ небольшое интервью. Он отметил, что это 4-й его визит на Ульяновскую землю. Мы сыграем очень хорошую программу. Это будут виртуозные произведения, очень изысканные, очень сложные для оркестра. Оркестр в большом составе приехал сюда, так что я надеюсь, что в зале будет хорошая атмосфера и любители музыки будут довольны. Афиша 16-го Московского пасхального фестиваля посвящена 135-летию Игоря Стравинского. Поэтому на сцене Ленинского мемориала в основном звучали произведения этого великого русского композитора, а также музыка Рихарда Штрауса и Родиона Щедрина. Ульянские зрители не остались равнодушны к исполнительскому мастерству маэстро. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.